Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Всем привет и приветствую на канале Денчи Зенит. Если ты еще не подписан на мой канал, то я думаю, тебе стоит подписаться, потому что тебе не трудно, мне приятно. И запомни, добрые дела всегда возвращаются. Плюс ты будешь в курсе всех новых трейлеров для игр, фильмов, сериалов, мультфильмов и так далее. Сегодня мы посмотрим трейлер к ужасам, который, кстати, выйдет 27 апреля уже. И это Синистер Начало. Синистер переводится как зловещий, кошмарный. Мне кажется, что этот фильм должен быть хорошим. После просмотра трейлера я вам расскажу кое-что. И фильм этот будет про учительницу, которая вместе с молодым человеком расследует пропажу учеников школы. И выясняется, что за исчезновением детей стоит древний демон, который коллекционирует детские страхи. И единственный способ найти детей – это столкнуться с его леденящими душу кошмарами. Долго мы не будем затягивать. Рейтинг ожиданий 6,3. Это довольно-таки высокий рейтинг. Поэтому кто кушает, приятного аппетита. Кто смотрит, приятного просмотра. А мы поехали. Каждый день пропадает новый ребенок. Маркус! Маркус! Что это? Ты слышишь? Странный звук. Языческое божество, прародитель демонов и пожиратель душ. Если услышишь его мысли или увидишь знаки, спасения нет. Он коллекционирует отчаяние и ужас. Как его остановить? Он питается детскими страхами и кошмарами. И чтобы остановить его, нужно встретиться с его кошмарами. Синистер. Начало. В кино с 27 апреля. О, вау, вау. Мне трейлер понравился. Это, я думаю, будет бомбический фильм. Смотря трейлер, даже понимаю, что это будет стрёмно, это будет... О, я думаю, это будет прикольно. Я точно буду смотреть этот фильм. Даже мурашки побежали по телу от просмотра трейлера. Я наверняка пойду... Хотя я могу даже не идти в кинотеатр. У меня дома большой телевизор, у меня кинозал на 5 киловатт. И соседей, в принципе, у меня нету. Намного-много километров, скажем, нету. На километр, наверное, нету. Это будет пушка-бомба. И первый фильм у нас вышел, мне кажется, в 2012 году. Я могу ошибиться. Мне кажется, был 2012 год. И он входил в 50 самых ужасных фильмов по оценкам Internet Movie Database, Reddit и Rotten Tomatoes. Измеряя пульс, у людей пульс подскакивал на 32%. Это 86 ударов в минуту. Это много, это правда много, это страх. Вот так организм, и когда проверяет организм, профессионалы, кто они, доктора, не доктора, я не знаю, как их назвать, они понимают, что человек боится. И фильм был признан самым страшным фильмом ужасов в истории. Я согласен, фильм хороший, мне понравился, очень сильно понравился фильм. Вторая часть у нас была в 2015 году, мне кажется, да, в 2015 году. И при том, что прокат собрал больше 50 миллионов долларов при бюджете в 10 миллионов, рейтинг был у фильма не очень. Вторая часть, в принципе, можно ее пропустить, не смотреть. И по IGN, IGN назвал сиквел плачевным продолжением предшественника. Ну, я тоже так считаю, что вторая часть была неудавшейся. Но третья, я надеюсь, будет просто и полоса так на трусах останется, коричневая, да? Я надеюсь, что будет настолько хорош, насколько трейлер. Трейлер мне правда понравился, поэтому если ты еще не подписан, подписывайся. Ставь лайкосик, если тебе понравилось. Ставь дизлайк, если не понравилось, конечно. Напиши комментарий, что ты думаешь по поводу этого фильма. Нажимай колокольчик, чтобы не потерять. Ну и, конечно же, до будущих встреч.